Андрей пишет, как понять, любишь ли человека на самом деле, или это просто какие-то другие чувства? Как выбрать спутника на всю жизнь? Ну, во-первых, вы не спешите пользоваться человеком, потому что это только спутает карты. Вот. Во-вторых, дайте срок себе. В-третьих, вообще я не знаю, сколько вам лет, и какой род занятий ваш, и вообще, кто вы? То есть мне трудно абстрактно говорить об этом. Но... Знаете, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь. Если без человека невозможно жить, значит, любовь. Проверьте себя разлукой. Если вы в разлуке, через два дня забываете про человека, значит, вы ребенок. У вас забрали игрушку, вы забыли про нее, поплакали день. Другую дали. То есть, а любовь, она глубже, она уязвляет. Проверьте себя разлукой. Попросите Бога дать вам сердечный ответ внутренний, такой постучаться вам в сердце, что мое, не мое. Давать ли обещание, надежду человеку, который, может быть, не ваш. То есть, ну, вопрос самоиспытания такого. Вот. Ну, любовь вообще мало с чем спутаешь. Любовь – это мука. Мука. И жертва. То есть, это невольная мука и желание пожертвовать собой.